торжество прошло на площади флага у администрации города. Огромный триколор размером 4,5 на 10 метров был поднят на воздушных шарах под живое исполнение гимна России. Со сцены жителей и гостей курорта поздравил мэр Анатолий Пахомов и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. После состоялось награждение номинантов ежегодного городского открытого конкурса «Гордо реет флаг державный», посвященного истории российской государственной символики. Конкурс проходил с 9 июля по 20 августа в номинациях «Лучшее фото», «Лучший видеоролик», «Лучший творческий номер». Участие в нем могли принять все желающие. Победители сегодня получили заслуженные награды. Это праздник патриотов нашей страны. И мы его празднуем как настоящие патриоты и отдаем честь и уважение этому главному символу России. Наш флаг во время Олимпийских и Паралимпийских игр поднимался каждый день по несколько раз. Это было сделано в честь победы наших российских спортсменов. Это наша гордость была. И эта гордость остается. Гордость за нашу Родину, за успехи нашей страны. Свой патриотизм сегодня продемонстрировали многие горожане и гости курорта. Они решили в этот день отдать предпочтение одежде и аксессуарам в стиле триколор. В унисон нашей России, в унисон нашего флага. Всех с праздником. Это праздник, это радость, это счастье. Я горжусь, что я живу в России. А у меня сегодня двойной праздник. День флага Российской Федерации и мой день рождения. Вот, вдвойне приятно, что в этот такой августовский день, такой солнечный, хороший праздник удался. И мы рады за нашу страну, что она встала на ноги, становится уважаемой во всем мире. Нашему любимому городу Сочи поздравляем с таким великим праздником России. Процветание нашей дорогой России, матушки. Как видите, одежда соответствует. Это у нас... Мир, мир, символ России, мир, вера и пролитое за Отечество. Такая замечательная атмосфера, эйфория. Радует очень обстановка среди молодежи. Ребята очень красивые. Посмотрите, какое растет поколение. С праздником и вас с праздником. Фантазию сегодня можно было проявить и в другом деле. На улице Новогинской волонтеры развернули 100-метровое полотнище белого цвета. Сегодня в центре Сочи был создан свой уникальный, самый длинный флаг в стиле триколора. Любой желающий мог оставить свой след, отпечатка ладони. Для этого выдавали специальные такие вот перчатки. Выбираешь цвет, намазываешь ладонь и вносишь свой вклад в создание нового флага. Желающих оставить свой след было немало. Уже к обеду половина полотна была усеяна отпечатками синего, белого и красного цветов. Ну а готовый символ сочинского дня флага был представлен на вечернем праздничном концерте. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.